Добрый день, уважаемые зрители! Как вы, наверное, догадались из названия видеоролика, мы будем рассматривать два подхода к обрезке деревьев. Первый – это самостоятельная обрезка, и второй – это услуги наемного работника. И в этом небольшом, но содержательном видеоролике будут рассмотрены преимущества и недостатки каждого подхода. Итак, перейдем к самостоятельной обрезке. Какие же плюсы она имеет? Это то, что не нужно тратить свои финансы. И чем больше ваш сад, тем больше денег сэкономлено. Второе – это возможность сформировать сад под себя. Потому что обрезка деревьев – это очень творческий процесс. И вы сами можете решать, какая будет крона у ваших деревьев, как будут располагаться скелетные ветви, какой они будут высоты и тому подобное. Также вы не станете жертвой шабашников-профанов, поскольку будете компетентны. А так как сад рядом, вы сами сможете выкраивать время, удобное для вас, и производить обрезку. Теперь, какие недостатки у самостоятельной обрезки? Первое – это то, что нужно тратить время, потому что необходимо будет обучиться. Почитать книги, поговорить со специалистами, возможно, посмотреть хорошие видеоролики про обрезку на YouTube. Если вы не готовы тратить время на обучение, то, пожалуйста, лучше наймите садовника, и пусть он вам сделает качественную эту работу. Но не нужно впадать в отчаяние, потому что здесь следует учесть тот факт, чтобы понять базовые принципы обрезки, не нужно много времени, несколько дней. И если вы это усвоите, вы уже не сделаете грубых ошибок для вашего будущего сада, или уже которого есть. Также один из недостатков – это то, что мало опыта у начинающего обрезчика. Поэтому некоторые мелкие детали, хорошие, которые можно было бы применить в своем саду, они могут быть упущены. Но это со временем оно изгладится, потому что чем больше опыта в обрезке, тем меньше будет уже роль играть этот фактор. Также один из недостатков – это то, что можно пропустить время обрезки, поскольку весной или осенью, как правило, на приусадебном участке очень много дел, и можно говорить, да ну потом, ну завтра обрежу. А так и не заметишь, как уже пройдет время, а обрезка и не сделана. Или не сделана так, как нужно. Ну и последний недостаток, который бы я отметил в самостоятельной обрезке, это то, что можно пожалеть сад. Потому что свое дерево резать жалко, и думаешь, ну пусть эта веточка останется, пусть это останется. И получается, на дереве остаются те ветви, которые нужно было бы удалить, и оно немножко неправильно будет сформировано. Теперь же перейдем к рассмотрению обрезки садовником. В чем преимущество? Первое – это вы экономите свое время. Второе – так как обрезкой занимается специалист, то сад будет сформирован правильно, без грубых ошибок, деревья будут здоровые и будет хорошее плодоношение. Ну и такой еще один из преимуществ – это то, что вы вместе с обрезкой сможете бонусом получить советы по уходу за садом. Потому что опытный садовник замечает, что деревьям, например, не хватает каких-то удобрений или чего-то еще. И, как правило, они с готовностью такие люди делятся советами с теми людьми, которые имеют свой сад. Теперь перейдем к недостаткам. Такое очевидное – это то, что нужно тратить финансы. Но это для нас, тех, кто имеет сад, недостаток. Ну, с правильной точки зрения, потому что я полностью согласен с утверждением, что каждый труд должен оплачивать. То есть нужно где-то брать деньги. Второе, такой недостаток, это то, что мы не
всегда сможем сами определить специалиста-садовода от шабашника-профана, если не компетент в этом вопросе. Поэтому, если вы не знаете, как сами обрезать сад, то лучше поинтересуйтесь у друзей, знакомых, которые компетенты, чтобы они вам обрезали. Если таковых нету, то наведите справки о специалистах, которые есть в вашем городе. Не поленитесь потратить время. Тогда и человеку будет приятно, и ваш сад будет хорошо сформирован. Почти за 6 минут вы узнали основные преимущества и недостатки как самостоятельной обрезкой наемным человеком. Мне важно узнать ваше мнение в видеоролике. Может, у вас есть свои какие-то комментарии. Также, пожалуйста, оцените этот видеоролик, чтобы я видел, что можно улучшить. Ну и подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всего хорошего, до новых встреч на YouTube.